Ну что, детки, готовы ли вы к новым путешествиям вместе со мной по страшным и мрачным локациям ночи? Я чувствую, как вы боитесь. Ну что ж, тогда игра началась. Я сейчас обосрусь от страха. Ребят, я сейчас даже боюсь реально к ней подходить. Друзья, в двух словах, сегодняшняя необычная история про то, как я купил автомобиль для того, чтобы ездить на нем по заброшкам, также по каким-то своим другим делам. Но то, какие неприятности предоставила мне эта машина, просто повергнет вас в шок. Друзья мои, не переключайтесь, не перематывайте и обязательно досмотрите это страшное видео до конца. Друзья, как вы все помните из прошлых моих выпусков, я везде ездил на белой машине, но в последнее время я понял, что она совсем не годится для заброшек, так как постоянно где-то застревает, или же я попадаю на ней в ДТП и прочие неприятности. И поэтому я решил себе купить что-то попроще, то, на чем не жалко будет где-то забуксовать, застрять, ну и вообще чисто как вторую машину для работы. Немного помониторив объявления, мой выбор пал на одном экземпляре, который в принципе мне подходил. Немного подумав, я поехал, посмотрел и купил данную машину. Так, друзья, ну что, вот, это самая злополучная машина. Блин, я даже к ней боюсь приближаться, если честно. Ау, боги, тут еще замок. Так. Если честно, я вроде как не вижу, чтобы тут кто-то сидел, кто-то заходил. Машина закрыта полностью. То есть, если кто-то ее скрывал, я бы сразу это понял. Что-то не работает свет. Так, ладно. Объяснял. Так, вставляешь ключ, поворачиваешь в первое положение, чем включается зажигание, тут вообще ничего не загорается. По идее, после третьего, второго поворота должны загореться лампочки, ничего не горит. Блин, я вообще не понимаю, ребят, это какая-то правда мистика. Машина только вчера нормально заводилась, она простояла день целый, я вечером приходил к ней, я ее заводил, я на ней ехал, все было нормально. Сейчас прошли еще сутки, и она вообще в ноль просто отказывается заводиться. Не то, что заводится, она даже никак не реагирует на то, что я вставил ключ в замок зажигания. Может завести, блин, нафиг. Масло, аккумулятор. Так, в общем, проблема вроде бы нашлась, но предварительно я думаю, что эта проблема вся в аккумуляторе.
Я сейчас его снял, тащу его за километр, наверное, до гаража своего знакомого. Сейчас попробую подзарядить его. Если ничего не получится, то, блин, сегодня отменяется заброшка. Реально, машина меня просто подставила. В общем, с этой машины, ребят, сейчас происходит очень много странностей в последнее время. Я, честно сказать, уже пожалел, что я ее взял. Так, ну что, ребят, поставил заряжаться аккумулятор. Он практически был севший, но не на нуле, но на вот этой вот значении, цифра 2. Он должен быть как минимум на единице, чтобы более-менее был нормальный заряд. В общем, проблема вся была именно в нем. Сейчас оставляю его здесь, пусть заряжается. Но я думаю, часа 2 хватит ему, чтобы немножко его погонять. Как раз полностью стемнеет, будет ночь, и если он подзарядится, несу его назад, оставляю машину. Пробую заводить, если все ок, то отправляюсь на этом старом ведре на заброшку. Так, ребят, ну что, немножко побыл он на зарядке, ну чуть побольше часа, несу его назад, вроде так подзарядился до двоечки, буду пробовать вставлять и заводить. Вроде бы лампочки замигали. Так. И загорелся свет. Ну пробуем нахрен. Свет как-то загорается не сразу. Я напомню еще раз, ребят, вчера она заводилась вообще отлично. Что случилось сегодня? Почему он разрядился в ноль? Понятия не имею. Так, уже загорелись лампочки. Это уже хороший знак. Боги. Она завелась, ребят. Она завелась, есть. Просто проблема была банально в дурацком аккумуляторе. Я не знаю, почему он сел. Она поехала, ребят. Я так радуюсь, но она же уже ехала. Как будто, я не знаю, там была какая-то серьезнейшая проблема. Ее делали, и она не поддавалась, а тут раз и завелась. На самом деле она была рабочая. Я ее покупал, я как бы заводил, все нормально было. Просто не знаю из-за чего так получилось, что она перестала заводиться. Резко, точнее, резко сел аккумулятор. Ребят, короче, это какой-то трэш. Я не знаю, сейчас еду, загорелся чек. Машину все трясет. Такое ощущение, что она сейчас просто-напросто развалится. Вы знаете, когда я ее гнал, после того, как купил, такого не было. Вроде бы было нормально. Сейчас она как будто просто колеса и сам кузов машины разлетятся в разные стороны. Ее все трясет. Смотрите, такой люфт руля. Вот, я еду прямо. И при этом делаю так рулем, и машина все равно едет прямо. Все разболтано. Кто это был? Ёб! Леса, что ли, была? Сейчас чуть не сбил, наверное, лесу. Она прям около пробежала, видимо, свой фар слепит. И поэтому она не видела, но, слава богу, обошлось. По пути на эту заброшку у меня было какое-то не очень хорошее предчувствие.
Машина вела себя как-то странно, периодически глохла, могла долго заводиться, ее могло резко трясти из стороны в сторону, а потом она ехала ровно и нормально. Когда я съехал на полузаброшенную дорогу, вдруг на мой телефон позвонил какой-то неизвестный номер. Алло. Алло. Странное молчание в трубку. Алло, меня слышно? Просто какая-то рябь в трубку и тишина. Да, все, уже сейчас нет сети. Так, ну что, ребят, приезжаю к заброшке и начинается откровенная прям глушь. Хотя нет, слушайте, вон там где-то я вижу огонек света. Машина как-то начинает дергать. Странно. Что называется, приехали. Короче, ребят, что-то непонятно опять с машиной. Прям заглохло посеред дороги. Ну, не прям посеред дороги, а около какого-то пункта. Что это за здание? А, я понял, что это за здание. Это... это здание больницы. Мать! Бля, пересрался, как будто там кто-то сидел. Как же я сейчас пересрался, а? Мне прям показалось, знаете, как из фильмов ужасов, как будто там кто-то сидит. Стал прям около, далеко от железнодорожного переезда. Машина заглохла опять. Неужели опять сел аккумулятор? Все в порядке. Что же такое может быть? Бывает, знаете, что клеммы просто окисливаются, поэтому происходит и какая-то машина. Там есть какой-то спуск. Сука, машина просто взяла, покатилась сама нахрен, а? Ребят, мне уже становится как-то стрёмно вообще в нее садиться. Она заглохла посередине дороги в какой-то глуши. Месяц. Хотя я вроде бы ставил ее на ручник. Честно, я не знаю, что делать, она не заводится вообще. Ёпта, что это такое? Ну вот смотрите, ну вообще перестала реагировать. Неужели опять сел аккумулятор? Ну давай, давай, давай. Есть, есть. Заводится как-то через раз.
собака. Какая-то заброшка. Он боится света, я направляю на него фонарь, он сразу начинает шугаться, блин. Ребят, куда я заехал? Скажите, пожалуйста, я вообще не понимаю. Сука, дурацкая собака, блин. Я уже отъехал далеко, он все равно бежит за мной. Сейчас я еду по вот этой заброшенной дороге. Дорога в хлам разбитая, машина тоже в хлам разбитая. Но я точно знаю, что то здание заброшенное, в которое я еду, сейчас есть такой момент. Я боюсь просто-напросто, когда я приеду туда, оставлю там машину, попытаюсь ее завести, и в какой-то момент она просто-напросто откажется заводиться. А так, в принципе, пока... Ё-моё. Свет пропал вообще. Там вдалеке я вижу свет. Там какой-то свет. Что это нахрен было? Слушайте, вот он горит свет. И там сейчас слышал какой-то крик. Я только что хотел пойти туда, на источник света, чтобы, не знаю, попросить кого-то дотянуть себя, что ли, на трассе, или чтобы приехали, там, помогли подкурить, потому что аккумулятор в машине, по всей вероятности, проблема в нем, почему он не может завестись. Так, в общем, ребят, смотрите, сейчас я стал посреди трассы, какая ситуация, машина не заводится. А в принципе, я сейчас могу попробовать ее дернуть с толкача, как дернуть, ну, попытаться самому ее разогнать, потому что я стал как всегда на такой пригорке. Но пока что сейчас у меня, знаете, такие какие-то очень негативные ощущения с машины, даже не потому, что она там не заводится, ломается и так далее, а просто, я не могу это объяснить словами, какое-то чувство, что реально я купил ее человека, и, может быть, не знаю, в ней ездил кто-то до него еще, какой-то, может быть, нехороший человек, может быть, в ней кто-то умер, я просто даже не знаю, большие странности. Сейчас просто попробую провести эксперимент со свечой, каким образом, я попробую отойти чуть дальше по трассе туда. Вон туда подальше, где вон то дерево. Оставлю сейчас здесь свечу и оставлю в машине также камеру. Если сейчас, ну, не знаю, будет что-то происходить, то эта камера в любом случае зафиксирует. В общем, давайте сейчас попробуем провести такой эксперимент. Честно вам сказать, я сейчас просто-напросто хочу отсюда побыстрее свалить. Какие-то крики на улице. Побыстрее отсюда хочу свалить и не заниматься этой ерундой. Оставляю камеру в машине, сам отхожу на расстояние. Посмотрю, запишет ли она что-то в мое отсутствие здесь или нет. Нет, тут свеча горит, я отсюда вижу. Видите, тускло, но она горит.
ничего не происходит. Мне изначально не нравилась эта машина, но я ее купил в силу того, решающую роль сыграла, конечно же, цена на нее. Он отдавал ее очень дешево, и поэтому, ну, я решил ее купить. Знаете что, мне почему-то кажется, что вот там вот, в общем, туда лучше не ходить. С той стороны доносятся какие-то периодические звуки, то ли крики, то ли еще непонятно что. Какой-то зловещий лай собак. Какая-то странная, очень странная заброшенная дорога. Блин, что, камера не работает, что ли? Не понял, что она вырубилась. Так, ребят, ну что, ни эксперименты и ничего не показали. По крайней мере, со свечой точно, не знаю. Единственное, что странно, это вырубилась камера, когда я оставил ее здесь в салоне. Хотя изначально я ее полностью заряжал. Попробую еще раз завести машину. Сейчас, смотрите, я принял такое решение, то что ехать на заброшку, до нее еще пилить где-то километров 30, наверное, точно. Я принял решение просто-напросто здесь остановиться. Но не то, что остановиться принял решение, это вынужденная мера, потому что машина просто заглохла, она отказывается ехать дальше по этой дороге. И поэтому сейчас я постараюсь ее опять завести. Если это получится, то я разворачиваюсь и уезжаю отсюда домой. Потому что если... Да без если, я просто-напросто туда не доеду, понимаете? Если даже и получится у меня туда доехать, то не факт, что я смогу это сделать и уехать оттуда назад. Оставаться там на всю ночь, мне такая перспектива не очень нравится, поэтому будем пробовать сюда делать ноги. Почти 12 часов ночи. Выхода, выбора у меня, точнее, другого нету. Машина просто-напросто, блин, задолбала. Она не заводится. Все, ребят, это бесполезный номер. Ничего не остается, как только идти в эту деревню или что-то находится и просить помощи там, чтобы, по крайней мере, помогли подкурить машину, не знаю, или какой-то аккумулятор, может быть, или этот мой аккумулятор попробовать зарядить, но просто тащить его туда хрен знает сколько, тоже не вариант. Так, ребята, ну что, машину оставляю здесь. Что-то скрипит. Здесь начинается такая лесопосадка. Ух, ё-мо, это что, машина что ли едет? Какой расклад? Сейчас придется разбудить людей. Да не знаю, у меня просто нету выбора. Идти пешком от трассы основной, от которой я съехал, но довольно-таки далеко. Придется проходить. Я сейчас обосрусь от страха.
Ребят, я сейчас даже боюсь реально к ней подходить. Какого хера? Блин, там что, может, проводка перемыкает, что ли? Кто здесь? Мне сейчас кажется, что в этой чертовой машине кто-то сидит. Сейчас дикое желание бросить ее здесь нахрен и бежать отсюда. Куда глядят глаза? Там горит свет, там все-таки кто-то наверняка живет. Это реально чертова машина. Да ну нахер? Кто там? Друзья, по итогу в машине никого не оказалось, то ли это был блик света, то ли реальный призрак, связанный как-то с этой машиной, либо же с этой заброшенной дорогой. Все закончилось тем, что мои камеры полностью сели, я кое-как завел эту чертову машину и покинул это место. Если вам немного понравилось это видео, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. Всем пока, до новых встреч.